Трое дагестанских тайбоксеров выиграли золотые медали чемпионата России. Турнир в Кемерово стартовал 26 апреля и завершился сегодня. Третий год подряд лучшим на чемпионате страны признается Гаджи Меджидов. В финале в категории до 86 килограмм кизлярец одолел Андрея Лобанова из Нижегородской области. Также награды высшей пробы в копилку сборной Дагестана в своих весах заняли Али Алиев и Гусейн Алиев. В нашем активе команды есть еще одна серебряная и 4 бронзовые медали. А золото еще одного дагестанца Абдулмалика Мугуддинова пошло в зачет сборной Москвы. Всего за награды чемпионата России боролись более 300 тайбоксеров из 45 регионов страны. Сильнейшие по итогам состязаний получат путевки на чемпионат и Кубок мира.